Хоккейный клуб «Динамо Минск» и Белорусская федерация киберспорта сегодня проводят совместный турнир по игре НХЛ-19. Причем победителю полагается внушительный денежный приз. В соревнованиях принимают участие более 50 воспитанников хоккейных школ со всей страны. Главный приз – 10 тысяч долларов на приобретение спортивной экипировки. Также индивидуальные награды и подарки получат лучшие игроки. В эти минуты турнир близится к завершению. Мы всегда заинтересованы в проведении таких турниров, в таких активностях, и очень рады, что уже вот после этого турнира 7-я школа получит вот этот вот роскошный подарок. Это тоже спорт, и очень большой по вовлечению, очень большой по эмоциям. То же самое, здесь комментируют, ребята болеют, играют, переживают. И для них важность выигрыша не менее там большая, чем когда они выходят на лед. Это уже не первая акция Минского «Динамо» по оказанию помощи детским хоккейным школам страны. Ранее сертификаты на приобретение спортивной экипировки получили юные хоккеисты из Барановичей, Березы, Могилева, Молодечно, Орши и Пинска.